Друзья, всем большой привет! Блюдо сегодня приготовим простейшее. Простейшее в плане приготовления и в плане продуктов. Продукты все доступные, получится очень вкусно. В общем, сегодня готовим необычные драники. Необычные, потому что рецепт будет не классический, но драники получатся очень вкусные, очень сочные. Оставайтесь со мной. Но главный ингредиент остается тот же – картошечка. Натираем ее на крупной терке. Картофель я промываю до прозрачной воды, чтобы ушел крахмал и чтобы картофель не темнел. Картофель отжимаем от лишней жидкости и перекладываем в глубокую миску. Ну вот, картофель отжали, светленький, ничего не темнеет. Теперь берем яйца. Кстати, состав блюда вы всегда можете найти в конце видео и в описании под видео, поэтому смотрите до конца, заглядывайте в описание, не забывайте поставить мне лайк. И подписывайтесь на канал, на мой канал, на мою группу ВКонтакте, на мой телеграм-канал. Все ссылочки будут указаны в описании под видео, поэтому обязательно туда заглядывайте. Разбиваем сюда яйца. Конечно же, соль добавляем по вкусу и специи тоже можете добавлять по своему вкусу. Я добавляю только лишь перец, смесь перцев у меня. Сюда же добавляю муку, примерно столовую ложку с горкой. И все это перемешиваю. Обратите внимание, что лука здесь сегодня нет. Хотя вот такой спорный момент у нас сейчас возник. В нашей семье мы драники всегда готовили с луком, насколько я помню. А муж говорит, что в их семье готовили без лука. А у вас как? Признавайтесь. Все хорошо перемешала. Теперь добавляю сюда кукурузу консервированную. Лука нет, зато есть кукуруза. И еще раз все хорошенечко перемешиваю. Я уже на сковороде разогрела растительное масло, огонь средний. И сейчас начинаем выкладывать вот так вот порционно, примерно по одной столовой ложке. Как только подрумянились с одной стороны, переворачиваем. И доводим до готовности со второй стороны. Напоминаю, что огонь сильным не должен быть. На среднем огне обжариваем. Иначе внутри они останутся сырыми, если сделаете сильный огонь. Готовые драники выкладываем на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло. И жарим следующую партию. Ну что, смотрите, какая у нас уже тут красота. Подаем со сметаной, либо можно приготовить какой-то соус, например, чесночный. Сверху еще зеленушкой посыплю. Вот так, для контраста. Очень симпатичные, очень аппетитные получаются драники. Все, будем сейчас пробовать. Я уже на самом деле драник доедаю. Это просто и, ну, очень вкусно. Кукуруза прям вот в самый раз здесь. Такая слегка сладенькая, картошечка хрустящая. В общем, это очень вкусно. Попробуйте приготовить в таком варианте, я вас уверяю, не пожалеете. Всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и пока.